Два дня за право быть лучшими соревновались парикмахеры, мебельщики, портные, повара и дизайнеры. Всего более 130 участников. А оценивали их мастерство эксперты, среди которых и работодатели. Одна из задач чемпионата – решить вопрос с трудоустройством людей с инвалидностью. Больше всего призовых мест завоевали студенты Тамбовского техникума отраслевых технологий. Среди них Ярослав Яблочков, студент второго курса. Он отличился мастерством в самой зрелищной компетенции. Поддерживал и помогал в подготовке однокурсников. Татьяна Адова, победительница прошлого года. Где-то спешила, что-то не получалось, и поэтому приходилось немножко исправлять. Вот. Но все равно все получилось, и прическа была отличной. Большое спасибо мастеру за обучение. Уже этой осенью Ярослав в числе 22 победителей представит наш регион на национальном чемпионате в Москве. Напомним, чемпионат «Обилимпикс» проводится по олимпийской системе в три этапа – региональный, национальный и международный.